Певец Юркис завершает свою музыкальную карьеру. С таким заявлением артист выступил еще в конце прошлого года. И это оказалось правдой, ведь певец и бизнесмен Юрий Киселев перезагрузил себя и теперь выступает под своим настоящим именем и с поменявшимися жизненными ценностями. В период, когда мне было 16, 17, 18 лет, гонялся за каким-то материальным и еще там какими-то внешними ценностями, поскольку, в отличие от многих других подростков, в этом возрасте я уже был на виду, поэтому это все проходило под неким таким пристальным взором, и вот сейчас я пришел к такому, наверное, более правильному и настоящему пониманию счастья, во всяком случае, какое оно есть для меня, и я делюсь этим со своими слушателями. Презентуемый в этот вечер альбом получил название «Иду за мечтой», и в нем артист показывает обновленного себя, при этом сталкиваясь с тем, что часть общественности ранее могла иметь о нем неправильное представление. Когда я сталкиваюсь с людьми, которые про меня слышали о ком-то или от кого-то, люди удивляются, что я, оказывается, такой же нормальный, открытый, простой человек, как и все люди. У меня нету там звездной болезни или каких-то там, я не знаю, заскоков, закидонов, как порой некоторые это представляют. На вечере Юрия Киселева поддержали как самые близкие, например, мама, так и коллеги по сцене, включая Любовь Успенскую и Мию Бойко. С последней Юра исполнил совместную песню. Ну а мечтой артиста было выпустить свой новый альбом таким, каким он и получился.